И что это полная версия? Монеты я хуй это не соберу. Я этот уровень для вас будет. Это для монет не Это уровень необычный, это не воздух, да, но я не соберу такую монету, которую она невозможна найти. Что? А, хуя не то, такие уровни я положу просто так. Да я не умею это пройти даже. 22% моя это дурдень. Это то, что... Да я не вижу, чего-то я тут нашел. И второй я вот тут. Да это странно, я не умею такой уровень пройти. А чего я умею пройти этот уровень? Спасибо, это легко. Далеко отсюда играть надо.
Я не ищу так, это совет, но я что-то на телефоне это пишу. Почему это? Что за легкий уровень, который я это проводил? Это чего-то такое, это не было. Этот уровень мне уже достал, когда мне говорит нажать, и я монету не соберу такую. Успел это когда пройти. Ну что еще не пройти. Это долбанные монеты или так, я это собираю. Кто это волной играть легко? Кого я так быстро нажал? Это нечестно. Вот такой я тут не знаю, что неужели этот урок сложный? Если нужно нажать не быстро, то это... Как я это видел, что я пошел на компьютере? Го, я начал сохранить. Я хочу потренировать его на клипе.
Я на клипы это потом не знаю. Я не как клипы, я просто не хожу клипы, чтобы я это потом не знаю. Короче, потом не знаю, что это будет. Надо идти вот так. Бесполезный угол. Возьмите, я не хочу себе сюда. Я улетел. Неужели я учу бот пройти, бот это... Я не умею это играть. Да зато хуя, это пошел уже. Бот я хочу. Я сейчас понимаю, как будет быстрый бутбаф, не клип. Я тоже хочу бутбаф потренировать. А что будет, если потренирую? Да куда ты? Я не понял, я же одну клипу, чтобы... Да куда ты? Я же это проводил без... Экспериментирую, как зато один пошел. Я не уверен, не метка. Тут ничего нету, понятно. Это не стоит. Неужели это? Это ну клип вообще чего? Я даже не клип поверил. Я хочу это пройти. А неужели здесь шутки? Я это видел.
А почему здесь тогда непонятно ничего? Здесь нету никакого понятного. Это полный вертель. Ахуй! Почему здесь 3D-блоки бывают? А я не вижу, что это Сакупинкирский лес я хочу. Неужели я хочу пройти но клип, потому что я-то не тренировал. Но клип это тоже тренировал. Почему мы клип делали вот так? Ну это вот такой бой, я хочу вот, хоть, зато нормальный, я хочу нормальный пройти. Почему я улетаю, это что происходит? Чего я стесняюсь, что надо делать? Не знаю, полную версию. Я хочу полную версию посмотреть. Ну, клипы я не видел, что... А фу, это зачем? Фу, нет, только фу. Покажу самые идеальные полные версии. Почему все идет на клипы? Не улетай уже. Куб, блин, улетай. А зато это пройти легко. Зато давайте ну клип мне.
оценить его вообще не можно. Почему ауто даже не нормально? Я хочу ноклип, нокли. А почему это он, блин? Я не так быстро это делал. Хардер, это фу, вообще-то я вообще не понимаю. А это будет ноклипы или что? Это ноклипы вообще? А в чем хардер делали? Я не могу такой уровень пройти. Зачем мы его хардер делали? А почему вы фу делаете? Блин, говно. Зато сколько здесь инцидемоны? Опять это, я хочу полную версию проверить. Это что, не полную версию? Мне дали вот хэгаммер, ну наконец-то, потому что это я прошел. Надо мне не разбежать. А почему это маленькая версия? Чего? А почему я не нажал тогда? Что происходит? Я не так успел. Я говорю вам, наконец. Только не опять быстро. Стою, лагает. Это низкий уровень, а не полные. Это был низкий. Я потом очень редко привели. Опять это на. Тогда как я это сделал? Я такой уровень не буду поиграть. Что вы где-то видел? Я по памяти это видел. Тогда надо нажать никакой орбы. Теперь тут самая полная версия, это не на экстренные демоны. Я такого не пройду.
почему это все повторные уровни? Почему здесь дизлайки ставили? Что я зашел? А каждый день такие уровни. Я больше не хочу это все проверить. Что же проверить, Книня? Киркалес. Тоже по экстрима демон. По харду демон, это не жесткий. Я это немножко потренировал, чтобы себе это... Прямо практически это я почти знал пройти. Но волне я не умею играть на этой волне. Там сложная волна. Тут вот все равно. Вот здесь так легко. А чего я тут умираю? Это нечестно. Ниня Киркирка Самену. Да ютубу говно, не хочу это. А это что за проходы? Я не понимаю, это что за проходы? Мне это, конечно, уже легко собрать, и я не понимаю, почему это уровень тупой. Легкий я пройду с первой попытки. Этот орб я не хотел пропустить. Чего-то скорость сложная. Или так? Его легким никогда не буду делать. Ух, это теперь легко, а вы боты. Почему это говно сделали? Я же это пройду легко с первых попыток. Глубоко я лучше игрок, вы еще не можете это пройти. Почему я не пролетаю эту дырку на Лималин? И к Нине Киркалес. Теперь что это утро? Я до волны дойду сегодня. Здесь подсказано, куда надо будет ходить. Как водки уровень. Наконец-то. Уху-ху. Не
трудно это пройти вообще. До волны дойти, там опять будет это разноцветное, я не имею этой фона играть. Что-то волны начинают вообще, я не умею это играть, ну почти за 93% умереть. Я дойду до 93% и умру. Потому что уровень лагаю. Ну все, я отключу мисик. Здесь мисики под костом. Я это почти прошел. Не начинай мне такие сложные уровни части. Это что вы сейчас делали? Я не умею такой разнофонный играть, это говно. Это я не пройду это легко все. Первый попытка. Я топ, а вы тупые игроки, а вы лохи. Отходи уже. Но клип это легко. Но клип это говно. Это вот такое легкое. Фу, это фу. Не помешайте мне это пройти, друзья. А у этой демона вот такой будет рядом. И так у пентеклес тоже есть такой рядом. А где мои мамы?